Есть шутка, что быть бабушкой и дедушкой приятнее, чем быть родителями. Нет суеты и паники, зато есть возможность давать ребенку огромное количество внимания и любви. Однако не все люди готовы исполнять свои обязанности. Порой у них не возникает даже малейшего желания позаботиться о прямых наследниках. И эти звезды как раз из таких. Король Карл III. Британскому монарху в принципе не хватает времени на семью, что уж говорит про тесное общение с внуками. Тем не менее, с наследниками от принца Уильяма, Джорджем, Шарлоттой и Луи он видится и взаимодействует чаще. А вот Лилибет и Арчи, дети принца Гарри, живут в США. На фоне конфликта в королевской семье младшие внуки короля не интересуют. Александр Толмацкий. Отец рэпера Децла долгое время не общался с сыном, а потом с внуком. После смерти артиста Александр и юный Антоний не общались. Им потребовалось немало времени, чтобы выйти на контакт. В роли дедушки продюсер чувствовал себя непривычно, но другого выбора у него не было. Все-таки наследник ему оказался дорог. Екатерина Васильева. У Акристы 8 внуков, но с одним из них она не общается. Екатерина никак не признает парня по имени Арсений. Его отец Дмитрий Рощин, сын звезды, а мама актриса Елена Корикова, известная по сериалу «Бедная Настя». Васильева не взлюбила невестку и поспособствовала их расставанию. Светлана Дружинина. Светлана Дружинина занималась воспитанием внука Даниила. Его родители погибли. Сначала все было хорошо, но чем старше становился наследник, тем сложнее ему было находиться под бабушкиной опекой. Даниил переехал за границу и начал отдельную жизнь. Дружининой это не понравилось, она разорвала контакт с внуком. Светлана Светличная. У актрисы Светланы Светличной не сложились отношения с внучкой Машей. Звезда советского кино уверена, что родственники хотят ее довести. Мол, Светличная нашла дома ртуть, которую ей подложили наследники. Потом они же брали и не возвращали ей крупные суммы денег. В итоге родню звезда не пускает даже на порог. Юрий Стоянов. Так как с сыновьями от первого брака Юрий Стоянов не общается, то и внуков от них никогда вживую не видел. Старшие наследники не считают артиста своим отцом и взяли фамилию отчима. Сам Стоянов воспитывал дочь от третьей жены и падчериц, которых считает родными. Лидия Федосеева-Шукшина. Лидия Николаевна конфликтует со старшей внучкой Анной от Марии Шукшиной. Причиной ссоры стала продажа квартиры в Санкт-Петербурге. Девушка признавалась, что на такой шаг пошла от нужды. Вслед за бабушкой на нее ополчилась и мать. По словам Марии, Анна специально позорит их семью. Наталья Фатеева. Отчь Натальи Фатеевой, тоже Наташа, родила в 16 лет. По требованию актрисы девушка отказалась от ребенка в роддоме. Мальчика забрал отец. Родственники со стороны матери с ним никогда не общались, да и сам парень не желает ничего о них слышать.